В Красноярске стартовала продажа билетов на международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». В этом году посмотреть на бои смогут около 5000 человек. Именно столько билетов напечатали к соревнованиям. В этом году они пройдут с 29 по 31 января. По традиции турнир примет Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Стоимость билетов в зависимости от ряда и сектора на утренние поединки составляет от 200 до 300 рублей, на вечернюю программу от 300 до 400. Для наиболее увлеченных любителей борьбы предусмотрены абонементы на все дни соревнований. Приобрести билеты можно в кассе Дворца спорта.